Уже традиционно в большую концертную и развлекательную площадку для празднования Дня города превратится бульвар на проспекте Мира. Сцена с артистами, ярмарка, русские забавы, конкурсы и соревнования, фестиваль кваса и пенное шоу. Множество развлечений будет ждать и в Двинопарке на площадке под названием «Двиносет». Площадка в Двинопарке будет работать оба дня, 10 и 11 июня. Ну, единственное, что, конечно, тематика у этих дней будет разная. 10 июня мы решили посвятить Востоку. У нас будет фестиваль восточной кухни, поэтому все любители восточных блюд могут прийти сюда, полакомиться шашлыками, шаурмой, люля-кебаб, другими вкусностями. Будут также мастер-классы по рисованию мехенди, по составлению икебаны, по созданию восточных сладостей различных и по созданию суши. Помимо этого, восточные танцы и песни. Ну а 11 июня Двинопарк будет ждать детей с программой «По следам раскопок Амалицкого». А работать здесь будет уже русская кухня. Площадь Советов Котласа станет одним из главных мест празднования 106-летия города. Сейчас здесь уже вовсю кипит подготовительная работа, собирают главную сцену. На ней будут выступать вокалисты, творческие коллективы города, артисты театра, приезжие гости с утра и до вечера, как 10, так и 11 июня. 10 июня в 11 часов праздничную эстафету возьмут детские вокальные студии Котласского культурного досугового комплекса. В 12 часов на сцену выйдет один из старейших коллективов города. Прославленный духовой оркестр под управлением Владимира Угрюмова. У вас есть прекрасная возможность потанцевать под оркестр. Кураж, Ассорти, Сарасвати, группа «Коктейль». С 19 часов дискотека. Площадь Советов удивит и порадует и 11 июня. В 11 часов на сцене состоится показ детского спектакля «Красная шапочка» от Котласского драматического театра. В 12:20 на сцене развернется театрализованное представление «Котласская барабушка», которое покажет уклад и жизнь наших предков. Отметят в этот день на главной сцене и котлашан, особо отличившихся в разных сферах. На площади Советов расположится и главная площадка гастрономического фестиваля, который будет проходить в дни празднования. Во-первых, здесь появится вкусная лавка, где можно будет не только отведать пирогов, пиццы и капкейков, но и научиться их готовить. Школьная кулинарная битва пройдет здесь же. Ну а 11 июня площадь займут местные производители, экофермы и ремесленники. Финальным аккордом празднования Дня города станет танцевальная программа. Вечером 11 июня за диджейский пульт встанет легенда электронной музыки диджей Грув.